он ее не сожрал. Не сожрал? Да, сразу он ее сожрал. Он ее с дельем съел. Может, еще башка красная нравится, что ли? Что такое, брат? Третий левел? Может, крипов с ним будешь добивать? 20-19 крипстат. Ага. Батька. Опа. Выбрось канал хит. Смотри. А что, можно дать табаку, чтобы еще раз прилетело? Ой, ты не убивай меня. Просто, ты если просто тело тыкать, он ничего не сделает. ТП-шку на бедный. О, сейчас будет день, я буду его душить. Подожди мне. Зачем там, гайс? Я буду приводить свое самое дорогое шампанское. Пиццу. Я за пиццу. Прямо дорогая была нечестная. Я еще бомбанул, когда порвался на веру и замер. Это было вообще так любимо. После этого так падал играть стало. Короче, вначале я хотел добить гриба, я просто не прицелился. Это тупо профессионал включил. А что, история есть, можно посмотреть, что он будет. Что-то ты дерзкий. Что видел? Как-то подмазал на свою карту. Да, тебе покажу. Так, в смысле, ну нахуй играем. Если мы играем... Лучше бы по дефолту правила. Вы все придумали? Не-не-не, я говорю о том, что я играю на СБ больше, чем на все вместе взятые люди. И все дело в том, что я всегда... Вот такие правила я всегда любил. Но когда вот человек выбирает, типа, играть без стиков, без фаера, то тогда решает your skill, как говорится.